И снова приветствую вас, дорогие друзья, на канале. Продолжаем развивать наше сельское хозяйство в селе Ягодном. И вот мы взялись, так сказать, испробовать наш новый трактор, да, вот в деле. Вот. И наш новый пресс-подборщик, который вот сейчас у нас вот закатывает он, да, вот, сено в рулоны. Ну, мы сейчас отправили нашего работника Константина, да. Лето у нас выдалось такое жаркое, как вы видите, он раскрывал, короче, все окна, двери. Вот, в общем, запарился человек. Вот. Ну, почему-то вот в тракторе просто это кондиционер не предусмотрен, хотя он новый, конечно. Но зато есть, конечно, отопитель. Как вы помните, мы его поставили, да? Вот. Ну, в принципе, и так ему нормально, он нормально, так сказать, себя чувствует, да? Ну, мы же теперь, вот, знаете, чем займемся сейчас. Мы будем собирать вот эти вот тюки, да, вот сено, вот, и свозить их на сеновал. Ну, не совсем, конечно, это сеновал. Это у нас такой вот ангар, да, вот, где мы складывали силос до этого, сложили туда. Ну и сложим туда вот эти вот тюки, да, рулоны, короче, сена, да. Вот. Ну, в принципе, давайте-ка этим займемся. Итак, вот для этого мы, как говорится, возьмем наш Т-40, да, я его помыл. Прицепили мы вот старенький вот этот прицепчик, да, ИФУ, который мы в прошлой серии покупали, да, вот. Ну, чисто вот почему я его взял, потому что он единственный такой хороший прицеп, да, который может подбирать, короче, тюки, поддоны, да, вот что-то в этом роде, да. Ну и мы сейчас будем сами вот, так сказать, ездить, да, и собирать эти поддон, эти тюки, да, наши рулоны. Вот, и будем завозить вон в тот вот ангар, да, вот, который вы видите сейчас, он прямо вот виднеется на горизонте, да, так сказать. Вот. И я думаю, вот оттуда будет нам удобнее, короче говоря, брать, да, вот. Мы будем также закатывать в рулоны и солому тоже, да, вот, когда вот уберем, да, вот нашу пшеницу, вот. Частично будем солому закатывать в рулоны, а частично мы будем ее это пускать на компост. Вы, как помните, у нас имеется также компостная, да, установка в животноводческом комплексе. То есть вот в этот ангар мы будем складывать наши тюки. Ну, вот так вот сделаем. Справа будем, допустим, складывать сено, да, слева солому. И посередине оставим такой вот свободный проезд, да, вот, чтобы спокойно, свободно было. Затем вот израсходуем вот этот весь силос, и силос вот будет также у нас и в ямах, да. Вот, ну, это в дальнейшем, так сказать, в будущем, да, вот. Итак, ну, у нас, конечно, трактор тоже такой тесненький, да, вот, тоже жарковато тут. Ну, я предпочитаю двери не открывать. Так вот, надо было немножко, конечно, это, я думаю, надо было на тюковщик поставить Т-40, он как-то помедленнее, а МТЗ, вот наш новый, он быстрый, да, вот, у него скорость около 43 км в час, да, ну и плюс он такой мощный, да. Ну, я думаю, возить рулоны мы можем и на Т-40, да. Так, вон там виднеется наш Константин, да, он, как говорится, возит. Ну, а в следующей уже, как говорится, серии мы займемся, так сказать, промышленностью, да, вот. Ну, а какой промышленностью будем заниматься, это, как говорится, увидим в следующей серии. Так, заедет, нет?
должен заехать. Так, ну он уже вот смотрю, по-моему, первый круг только сделал, да, вот, и сейчас вот на второй круг, по-моему, пошел, да? Вот. Ну а потом, наверное, остатки вот этого сена мы потом соберем еще, да? Итак, давайте-ка сейчас включу пока этот. Так, Select Palettes. Стугары Балис, Роун Балис, Смайл Стуга, Миссион Палец, Экбокс Икс. Вот не могут на по-русски написать. Так, ну давайте-ка мы просто-напросто подъедем, да, вот и будем, так сказать, давайте-ка борта откинем, чтобы нашим, так сказать, студентам было удобнее закидывать. Ну, они так толпой раз, короче, взяли, короче, и закинули два рулона, допустим, да? Так, мы вот так вот просто сейчас встанем и будем тестировать, да? Select палец. Так. А как же... Соединять, сложить, отсоединить. Так, развернуть, сложить. Что-то нету кнопки для того, чтобы собирать. Так или обычно это вот. Так, теперь будем разбираться. Модули, палец. Интересно. Закрепить, отсоединить ремни. Так, как бы. Автозагрузка. Выберите материал. Вот когда переключаешь, вот. Так, ну вроде бы у нас все вот подключено туда, вот и шланги, короче, и все нормально. Так, развернуть. Так. С вот этим надо будет разобраться. Ну, по-моему, только вот вручную, наверное, грузит, что ли, что-то я не пойму. Сугар Балис. Ничего не понимаю.
Ладно. Мы заморачиваться не будем. У нас есть вот такая вот машина, да? КамАЗ, да? Вот. Мы сейчас просто-напросто съездим и снимем борта, да? Вот. То есть вот мазовский прицеп я для определенных целей приготовил, конечно, да? Так, вот наша ремонтная мастерская. Мы сейчас тут вот просто-напросто заедем. Так. Вот, настроим. Так, ну мы можем спокойненько просто вот сделать из него вот платформу, да, вот такой вот. Прекрасно. Вот. Борта просто сняли мы и все, вот, да. Сейчас заново, конечно, надо будет прицепить его. Вот, шикарно, да? Его мы можем спокойно, вот как говорится, выбирать вот поддоны, большие квадратные тюки, круглые тюки. Ну, поехали. Причем здесь вот на эту платформу эти тюки вот складываются, короче, в такую неплохую большую стопочку, да? Конечно, вот не хочется этот тягач наш этот вот пускать на полевые работы, да, вот, ну, ладно, что ж поделаешь. Вот такой у нас вот универсальный получился. Короче говоря, у нас тракторный этот прицеп ИФА оказался таким ненадежным, да? При попытке погрузить первый тюк, короче, он просто-напросто сломался. И тут такой батя подбежал, говорит, короче, а давай это попробуем на платформу мазовскую, да? Ну ладно, чё, почему бы и нет? Так, классно. Он уже у нас, смотрю, на третий круг пошел, да? Вот, шикарненько.
Итак, давайте-ка посмотрим, как у нас включается, да, вот. Включаем подбор. Во! Классно, да? Смотрите-ка. Вот так вот будет складываться у нас оно, да? Вот и мы будем... И оно, между прочим, вот так не в одну, не в две, а в три стопки даже складывается. Еще назад. Так, отлично. Подцепили, да? Вот как классно получается, вот при этом вот у нас вот почти рядом они вот сложены, да? Смотрите-ка. Так. Вот так вот на полном ходу вот так вот пролетаем, короче, да. Студенты раз, короче, закидывают по-быстрому. Толпой, короче, в десятером. Так, меня вот интересует вот один момент. Здесь вот такой вот подъем, да? Не скатываются ли случайно наши тюки туда вот вниз, да? Вполне возможно такое же, да? Как вы думаете? Не, ну вроде нет. Мало ли, вдруг скатятся. Так, поехали. Так. Сейчас вот все соберу, и придется нам за ним телепаться. Так, отлично. Так, вот первый ряд, короче, мы вот смотрите-ка заполнили, да? Вот, там в одном ряду, короче, получается по 16 штук. Ну вот так вот за ним сейчас будем ехать потихоньку, и он будет освобождать вот так, да? Мы сразу же тюк будем забирать. Урожайность, в принципе, я смотрю, неплохая. Ух ты, смотрите, как быстро вот загрязнился наш пресс-подборщик, да?
Так, 20. Закинули, да? Так, сейчас он близко приближаться не надо, чтобы дать ему развернуться, да? Или повернуть. Немножко, конечно, оставлять, но я думаю, это потом по окончанию мы дособерем. Так, давай еще один тюк, да? Вот такая вот монотонная, рутинная работа это вот. Как говорится, одно и то же. Так, 16 плюс 6 это 22 у нас, да? Классно, да? Ну что ж, дорогие друзья, на этом вот потихоньку мы завершаем наше видео. Закончу я все это дело за кадром, да? Ну а в следующей серии мы уже займемся новыми делами, да? Итак, всем спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Также, гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Ну и всем удачи! Пока-пока!